Здравствуйте, дорогие друзья! Уверен, что зрители канала Фарнаксфильм, особенно те, кто подписан на канал и получает уведомления о выходе новых роликов, помнят, с каким восторгом я встречал печи Aston. Это печи, которые стремительно ворвались на рынок и благодаря своей уникальной конструкции и уникальной цене стали хитом продаж. А сегодня просто невероятный день. Сегодня сложился флеш-рояль. В линейке печей Aston, кроме классических модификаций, изготовленных из стали, появились также печи из чугуна, про них мы рассказывали на нашем канале, и печи из жиростойкой нержавеющей стали марки IC430 толщиной 3 мм. Для тех, кто только что к нам присоединился, не понимает моего восторга, просто зайдите на сайт farnax.ru, найдите печи Aston, посмотрите на их цену, на их внешний вид и сравните с ближайшим конкурентом. Я думаю, вы будете приятно удивлены. Печи Aston хороши тем, что они недорогие, компактные. Есть три модификации в модельном ряду у классических печей. Они рассчитаны на объем парилок от 6 до 20 кубов. Также есть обалденная чугунная печь, которая также имеет невероятные характеристики. Я парился с этой печью, получил кучу положительных эмоций. Ну а сегодня речь пойдет о новых печах Aston и Nox. Печи, которые стоят за моей спиной. Это две модификации. Самая младшая рассчитана на объем парилки до 12 кубических метров. И чуть постарше до 16 кубических метров. Печи просто невероятные. Они компактные, занимают мало места в парной, недорогие и обладают полноценным функционалом более старших, более дорогих печей. У них есть полноценная закрытая каменка. Да не простая, а с системой подачи воды «Шторм». Что это за система? Давайте изучим. Почему «Шторм»? Дело в том, что когда вода подается на раскаленные до высочайших температур камни, а камни мы разогревали в этой печке свыше 500 градусов, получали температуру, пар мощными потоками выходит с невероятным свистом из боковой стенки через специальное отверстие, которое и создает такой звук. Да, самая старшая модификация, рассчитанная на парилки до 20 кубических метров, имеет чуть больший рост. Дело в том, что внутри нее помещаются целые две каменки. Одна расположена на другой. И суммарно можно поместить до 40 килограммов камней, получить очень много мощного легкого пара, как с нижней, так и с верхней, и чередовать подачу воды на эти каменки. Линейка печей Aston, как классическая, так чугунная и, естественно, новая печь, изготовленная из жиростойкой нержавеющей стали, интересна тем, что для них есть куча аксессуаров, которые производит компания Vesuvii. Это натрубные элементы различные, это сетки, которые можно поместить на трубу, заполнить их камнями и получать еще больше мягкого тепла в парное помещение. Это, естественно, натрубные каменки, турбопар и турбопар «Шторм», которые могут существенно расширить функционал обычной печи, добавив еще пара, который можно получить с камней, расположенных внутри этой каменки. И также очень интересные заряды для каменок в виде стальных тубусов, наполненных чугунной крошкой, ну и классические чугунные шишки. Несмотря на простой внешний вид и на простую конструкцию печи, внутри у нее есть полноценная система подачи вторичного воздуха для дожига газов. Воздух подается из-под колосниковой зоны, проходит по специальному каналу и заходит именно туда, где необходимо дожигать те газы, которые не сгорели. Очень интересная фишка во всех печах Aston, как у классических из стали, так и у чугунных и, естественно, из жиростойкой нержавеющей стали. Печи эти оборудованы специальной системой, не позволяющей перетопить печку. То есть мы привыкли, что обычно регулировка интенсивности горения происходит движением ящика зольника. Чем больше вы его выдвигаете, тем больше воздуха попадает в подколосниковую зону, тем активнее горение. Но здесь, в этих печах, для того, чтобы защитить печь от преждевременного выхода из строя, есть специальная створка, которая регулируется поворотом винта, и эта створка отходит, либо приближается к дверце, тем самым регулируется приток воздуха, необходимого для горения. При грамотном использовании печь прослужит очень долго. Друзья, обратите внимание, насколько качественно выполнены сварные швы у печей Aston. Дело в том, что на их сборке трудятся несколько роботизированных комплексов, которые обваривают топки печей, а затем уже человек вручную навешивает на них конвектор и различные другие навесные элементы. После этого печь попадает к нам в магазины, ну и к вам, дорогие покупатели.
Друзья, а теперь самое главное. Давайте поймем, для кого создавались новые печи. В линейке теперь есть печи из стали 09 Г2С, есть чугунные печи и теперь есть нержавейка. Так вот, если вы редко ходите в баню, вы можете установить печь недорогую, которая изготовлена из марки стали 09 Г2С, и она при грамотной эксплуатации, при умеренном использовании прослужит вам долго и будет давать отменный пар. Ну а если вы любитель хорошенько прожариться в бане долгое время, довольно часто, и ждете от печи, что она будет аккумулировать тепло и постепенно отдавать его, то, конечно, для вас идеальный вариант – это чугунный Астон. Ну а для тех, кто совершает быстрые, частые набеги на дачный участок, и у него есть баня, которой он пользуется раз в неделю регулярно, создана печь Астон Инокс. Она, благодаря тому, что изготовлена из стали IC430 с толщиной стенки 3 мм, будет служить очень долго. Да, у всех этих печей одинаковый принцип работы. Внутренняя каменка, которая находится в газопламенной среде, внутри этой каменки камни прогреваются до высочайших температур, дистанционная подача воды с помощью парообразователя, мощный выход пара и мягкое обволакивающее тепло благодаря большой массе камней, которые укладываются в сетку. Ну а если вы раздумываете, какую печь приобрести для себя, то обязательно зайдите к нам на сайт. У нас есть онлайн-консультант, который поможет в выборе. Ну и ждем вас в гости в магазинах «Фарнакс» в городе Новосибирске. Да, дорогие друзья, не забывайте подписываться на наш канал. Дело в том, что в ближайшем будущем на нем появится еще много роликов, в том числе о тестировании новой продукции, выпускаемой под маркой «Везувий». Там будут новые банные печи в действии. Так что обязательно подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выходы. Ну и почаще заходите в наши социальные сети. Тот же самый Яндекс.Дзен. Мы пишем статьи, которые интересны не только новичкам, но и тем, кто давно вращается в печном рынке. Ну а я с вами прощаюсь на сегодня. До новых встреч. Счастливо, друзья!